многие прихожане главного православного собора области не скрывают слез. Проникновенное и пронзительное песнопение сопровождает утреннюю литургию. Митрополит Казахстанский Александр в подарок всем православным Южно-Казахстанской области служит торжественную службу в честь 25-летия Чимкентской и Тарасской епархии. По окончании торжественных богослужений для верующих открыт доступ к мощам святого Севастьяна Каргандинского, одного из немногих православных святых, канонизированных в наши дни. Этот удивительный человек нес веру и надежду людям в непростое время репрессий 30-х годов и остался жить в Казахстане даже после освобождения из карагандинских лагерей. Здесь будем жить, здесь вся жизнь другая и люди другие. Люди здесь душевные, сознательные, хлебнувшие горе. Мы здесь больше пользы принесем. Здесь наша вторая родина. Я остаюсь. Мощи святого Севастьяна пробыли в Шымкенте всего один день. И весь день не ослабевал людской поток, желающий поклониться великой святыне. У Севастьяна люди просили милости в семье и благополучия. С этого дня поклониться православному святому можно в любое время. Казахстанский владыка преподнес епархии удивительный подарок. Для нашего утешения у нас остается икона преподобного с частицей его мощей. Поэтому приходите, я думаю, как бы она размещена в храме, вы ее найдете, обрящите. И также, вот я думаю, эта частичка не менее благодатна, чем вот десница. Поэтому приходите помолиться. Я думаю, Господь молитвами преподобного Севастьяна даст нам все, что мы просим, простит и помилует. Четверть века существует Чимкентская епархия, а история становления православия в Южном Казахстане богатейшая. Прихожане могут узнать и подробности в новом глянцевом журнале, повествующем о работе РПЦ в Шымкенте и области. В журнале собраны редкие фотографии из частных альбомов, свидетельства очевидцев разных событий, которых не найти даже в музеях. Изображение первых православных переселенцев и храмов, которые строили славяне на территории области. И подтверждением многонационального единства на страницах журнала есть документы о пожертвованиях на строительство храмов, сделанных мусульманскими общинами и представителями других религиозных конфессий.